Всем привет! Республика Крым, город Симферополь. Сегодня хочу вам показать обзор улицы генерала, героев Сталинграда, вернее. Значит, мы стоим в начале улицы, сзади нас первый номер с левой стороны. Вот он вот там находится. Значит, с правой стороны, вот здесь вот адрес. Два, по-моему, генерала, героя Сталинграда 2, там, или вот тот супермаркет, следующий 2. Точно не могу сказать, но в любом случае это начало улицы. Значит, что по ней? Ну, по названию. Понятно, улица была переименована после войны. Вернее, улица, этот микрорайон построен после войны. Ну и, собственно говоря, и улица была названа. Это ее первородное название. Она не просто не существовала до войны. Значит, здесь был выстроен частный сектор, огромный жилой, вернее, не частный сектор, а огромный жилой массив многоквартирный. Значит, из многоквартирных домов. Вот по правую сторону можно наблюдать здесь эти многоэтажки. Там наверху тоже. Значит, по левую сторону преимущественно предприятия. Значит, вот автосалоны, там дальше пивзавод Крым находится, МЧС и так далее и тому подобное. Ну вот, заправки и так далее. Значит, по правую сторону жилой массив. Проживает здесь около 50, ну, разные цифры называют, 30-50 тысяч человек, ну, если считать вместе с районом маршала Жукова. Работает тоже немало. Ну вот, к примеру, на пивзаводе Крым, вот труба дымит, работает около 500 человек. Вот это одно предприятие. Только одно. Так, надо его объезжать, а то будем долго ехать. Ну, в принципе, здесь вот, кстати, есть еще школа 10-я. Вот она, знаменитая 10-я школа, которая побеждает, везде все выигрывает. Молодцы. Ну, вот, в принципе, и все. Дальше улица плавно переходит вот в такую развязку в виде кольца, которая является главным. По дороге. Дорога здесь нормальная. Несмотря на повышенный трафик из-за транзита, да, в Севастополе Бахчисарай, здесь нормальная дорога. И вот этот вот участок недавно сделали. Я его уже, были обзоры по нему. Значит, и вот после кольца генерала Васильева закончила, здесь уже Николаевская трасса. Ну, трасса Симферополь-Николаевка. Значит, ее тоже сделали в том году. Полностью вообще всю трассу перекрыли. Это было круто. И сегодня замечательный асфальт, замечательное покрытие, приятно ездить. Так что рекомендую всем гостям посещать этот маленькую курортную ПГТшку под названием Николаевка на западном побережье Крыма. От Симферополя всего лишь 40 километров. Значит, здесь, кстати, вот еще справа и слева, это еще черта города, собственно говоря. А то мы так, я так уже выехал, ну вот можете наблюдать, здесь, правда, на украинском, но вот под украинским есть и русское название. Значит, здесь вот улицы еще, это все еще район города, но уже такой больше частный сектор, это, ну, город считается. А вот за этим мостом, там уже пошел поселок Дубки. Все, всем пока, всего доброго, до свидания.